Здравствуйте, друзья! Хочу вам сегодня представить э, нож многопредметный, его еще называют офицерским ножом. Артельный нож Производство ворсменской, ворсменской артели имени Красного Октября, сокращенно она называется ВАКО. Вот такой вот нож. Так, давайте мы разберем, что, во-первых, что у нас тут имеется. Да? Есть отвертка, такая вот достаточно хитренькая. Есть вспомогательный маленький перочинный клиночек. Есть консервный нож. Есть штопор. Штопор у нас фрезерного типа. И есть шило. Ну, естественно, основной клинок. Но уже основной клинок он сточенный, он уже стал... Если не меньше Вспомогательного клиночка То уж не больше это точно Вот здесь вот присутствует клеймо Давайте посмотрим поближе ВАКО да? Я знакомил Как-то С ножом Тоже ворсминским Производство Завода складных ножей С клеймом СН Вообще он очень похож, по крайней мере, плашками, так вообще один к одному. Здесь такая антабочка, да, клипса или антабка, кто как называет, кому как удобно. Что же у нас за артель такая Вако? Вообще, эта артель в 20-х годах организовалась на базе, на базе одного из бывших заводов еще царских времен. И в 1935 году был организован завод складных ножей, ворсминский. Если вы помните, такие вот ножи с птичкой, да, или с курицей, или с сирин, серин кто как называет, вот это и есть ворсминские ножи завод назывался «Октябрь» производственное объединение, а сама ВАКа в этот завод влилась в 1957 году. Есть достаточно такое плотное и распространенное мнение, что вот это клеймо, вот это вот, вот, вот ВАКО, оно ставилось с 50 по 56 год. А вот именно в 57 году уже было ну, перед самым объединением, да, было просто клеймо из двух буквок состоящих. КО. Красный Октябрь. Ну, вот, давайте будем верить, собственно, почему бы и нет. Будем считать, что этот нож у нас производство где-то с 50 по 56 год. Офицерский, да, почему офицерский мы его считают? Ну, наверное, потому что очень активно использовали в нашей советской армии такие ножи офицеры. Понятно, что не выдавался он бесплатно, покупали в армейских магазинах, был очень популярный. И отверточка здесь есть, да, и, в общем-то, перочинный нож, да, для заточки карандашей. Ну и как мы понимаем Очень активно на, на развитие вот таких вот Многопредметных ножей Повлияли швейцарские ножи Достаточно широко Получившие популярность Во всем мире Да Здесь чем удобно Вот один Покажу удобный моментик Вот Здесь вот у шила есть выемка на плашечке. Это, на самом деле, редкий случай. Ну, честно, признаюсь, редкий. И доставать шило очень удобно. То есть, у других производителей, наших отечественных производителей, такой выемки почему-то нет. А вот э, ворс, мы молодцы, ВАКа, придумали вот такую вот выемку. Гру, грубо говоря, ерунда, но очень и очень удобно в этом отношении. Вот такой вот, друзья, старенький нож, уже э, повидавший виды, но при этом не теряющий своего шарма. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго!